Пандемия коронавируса поставила новые задачи перед Фондом обязательного медицинского страхования. На борьбу с коронавирусной инфекцией выделили беспрецедентные средства. С апреля прошлого года по февраль этого пациентам с выявленным ковидом было оплачено из средств территориального фонда ОМС 7 миллиардов 760 миллионов рублей. Об этом рассказал директор областного ведомства Владислав Романов. В амбулаторных условиях затрачено 184 миллиона, в условиях дневного стационара 261 миллион, в стационарных условиях с легким течением болезни 2 миллиарда 234 миллиона, в стационарных условиях средне-тяжелом течением болезни 4 миллиарда 50 миллионов, в стационарных условиях с тяжелым течением болезни 1 миллиард 29 миллионов. Кроме того, за счет средств обязательного медицинского страхования проводили ПЦР-исследования на выявление COVID-19. На сегодня сделали более 500 000 исследований на сумму почти 542 миллиона рублей. В регионе провели также более 82 тысяч КТ легких у пациентов с подозрением на ковид и пневмонию на сумму 164 миллиона рублей. В общей сложности на борьбу с ковидом затратили более 8 миллиардов рублей средств фонда. Сегодня обстановка с заболеваемостью стабилизируется, но тем не менее расслабляться не стоит. Улучшить ситуацию позволит вакцинация, которая проводится в медицинских учреждениях региона. Возобновляется диспансеризация и плановая помощь пациентам. В первую очередь вот диспансеризация больных с кардиологическими заболеваниями. И эндокринология обязательно, да? Это те пациенты, которые находятся на диспансерном обследовании, будут приглашены на диспансеризацию в первую очередь. Первый этап диспансеризации подлежит 596 131 человек. Профосмотры подлежит 273 058 человек. Это наши планы по диспансеризации. То есть все объемы будут восстановлены в полной мере. Почти 2000 мест, которые ранее отдавали под ковидный госпиталь, сегодня готовятся вернуть обратно для стационарного лечения. Светлана Кудрявцева, Мария Елчан, Сергей Баскин. События.